Клара, мы поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, Софья. Мне любая помощь пригодится. Спасибо, Софья. Отличный выстрел. Уничтожить ее!
направляется к тебе! Я еще не закончил! Погоди! Возвращай противовес! Запускай! Она не дала запускать! Пускай, сразись со мной, друг! Если там внизу хоть кто-то уцелел, убейте Лару Крофт! Это последний приказ!
только ты и я, Лара. У тебя нет ни оружия, ни союзника, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Смотрела, как твой дружок Иона. Я тебя вижу. Может, пока ты прячешься, он где-то лежит и истекает кровью. Чему якшаться с такими слабаками? Это не моя судьба. Меня ждало величие! Это не твое предназначение. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал все. Все это ради нее. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет! Ты лжешь. Он молил о пощаде. А когда понял, что ее не будет, стал просить пощадить тебя. Ты лжешь! Заткнись! Заткнись! Будь ты проклят! Ваша троица. Смерть. Это все, что она может. Сдавайся. Я все отдала за него. И не собираюсь отдавать его троице. А как насчет твоего отца? Хочешь, чтобы он навсегда вошел в историю как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели. Я готова принести такую жертву. Ты не получишь источник. Подумай о миллионах страдающих и умирающих. Мы можем их спасти. Мы можем изменить мир. Вместе. Цена слишком высока, Анна. Нам не суждено жить вечно. Смерть — это часть жизни. Тебе легко об этом говорить. Это ведь не ты умираешь. Дело не в тебе. Дело в человечности. В защите того, что делает нас людьми. Они идут! Мы окружены! Яхан, берегись! Источник не предназначен для людей! Это твой шанс, Лара. После того, что я вынесла, что ты вынесла. Довольно того, что один Крофт погиб из-за него. Но я готова. Thank you.
Я уже и так слишком долго ждал. Ты знал, что я его уничтожу. За всю свою жизнь я не встречал таких самородков, как ты. Что ж, пришло время мне умереть. Прости. Я всего лишь хотела изменить мир к лучшему. У тебя получилось. Правда получилось. Дорогая Лара, я часто думаю о том, какой позор я навлек на нашу фамилию. Мой отец, должно быть, в гробу переворачивается. Крофт. Что значит это слово? Надеюсь, что тебе удастся оставить свой след в этом мире. Помни, по-настоящему важны не мы сами, а наши дела. Источник надо было уничтожить. Мне все еще кажется, что я его подвела. Думаю, он поступил бы точно так же. Пойдем. Тебя самолет ждет. Я прослушивала эту запись тысячу раз, но лишь сейчас поняла, что он имел в виду. Важно не то, как поступил бы он, а какой выбор сделаю я. Легендарный Китежград существует, и он полон тайн, способных изменить мир. Я должна раскрыть их. Не ради отца или кого-либо еще, а ради высшей цели. Лишь бы это оказалась благая цель. Анна, ты сказала довольно того, что погиб один Крофт. Что ты имела в виду? Это ты убила отца, так? Троица приказала его убить, но... я не смогла. Ты лжешь! Я его любила. Нет! Готово. Хорошо. Что насчет Крофт? Нет. Еще рано. Я знаю, это непросто. Жаль, что не могла быть с ним рядом. Знание того, что ваш народ спасен, дало ему покой. Он ушел с миром. Спасибо, Лара. Мы сдержали свои клятвы. Что теперь будешь делать? Это все еще наш дом. Мы отстроим его заново. Но пока есть более насущные дела. В долине еще остаются враги. И еще много непознанного.
Теперь я могу это прочистить. Речь о каком-то направлении. Футляр, украшенный костью и самоцветами. Кувшин из кости. Похоже, вырезанный из одного бивня. Вещь простая, но искусность резьбы впечатляет. Это баня. Ее затопили намеренно? Как бы туда проникнуть? Да.
Почти все. Подготовлена для захоронения братская могила. Похоже, это трактат по скалолазанию. Thank you.
Осторожно. Старое кольцо, привязанное к кожаному ремню, чтобы получилась петля. Украшения им были не нужны. Идет. Грубо, но действенно. Будем надеяться, что все не обрушится. Надеюсь, этого хватит. Сработало. Хорошо, что все еще держится. Богатство этой долины невозможно не заметить. Она как цветущее дерево. Каждый год в этой некогда дикой местности появляются новые здания. Мы вырастили целое поколение ремесленников, астрономов и философов, которые ни в чем не уступают западным. Но любой крупный город порождает преступность и падение нравов. Многие считают, что грешников следует казнить, однако пророк и слушать об этом не хочет. Он твердо верит, что человеческие пороки исправимы. Поэтому мы сохранили грешникам жизнь, в надежде, что тяжкий труд и молитвы их исцелят. Я не разделяю убеждений пророков в спасении заблудших. Но так они хотя бы работают на благо города и тех, кто пострадал от их рук. Манускрипт 10 века о византийских методах ведения горных работ и металлообработки.
За что Софья на тебя кричала? Оставил снаружи инструменты на. Норов у нее. Не то, что у отца. С возвращением. Итак, ты побывала в одной из гробниц. Правда. Но, кажется, я нашла не все. Ты нашла еще один секрет. Что ж, у меня есть еще монеты. Спасибо.